Согласно акту о смерти ФБО из-за 77/1 УФСИН России по городу Москве от 16 ноября 2009 года, 21:50 этого дня наступила смерть Магнитского. В соответствии с вышеуказанной правовой позицией Конституционного суда, не усматривая основания для реабилитации Магнитского, суд считает необходимым уголовное дело в отношении него прекратить на основании пункта 4 части 1 статьи 24 УПК РФ, то есть и с его смертью. По совокупности преступлений в соответствии с частью 3 статьи 69 Уголовного кодекса окончательное наказание Браудеру назначить путем частичного сложения наказания в виде лишения свободы на срок 9 лет в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью на территории России на срок 3 года. Мера пресечения Браудеру избрать в виде заключения под стражу. Срок отбывания наказания в виде лишения свободы Браузера исчисляет с момента его фактического задержания. Все, на этом судебное заседание объявляется. Говоря об оценке этих судебных решений, в принципе, сторона обвинения удовлетворена этими судебными решениями. Они соответствуют требованиям закона. Но, как вы знаете, уважаемые коллеги, окончательный вопрос об обжаловании решений будет решен только после получения соответствующих копий судебных решений. Все, я думаю, миссия выполнена.